Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре распаковка вот такой вот посылочки необычной. Давайте же посмотрим, что там. Ни за что не догадаетесь. Так, коробку я уже с одного края вскрыл. В камеру ничего не помещается. Ага, как всегда, все газетами запихано, утрамбовано. Так, что же у нас там в этой коробочке? Давайте отодвинем. Так, так, так. Дезинфицирующая салфетка для рук приклеена. Что ли? А, это в связи все с этим коронавирусом. И что надо делать? Это типа положили, чтобы я руки сейчас свои, как говорится, обдезинфицировал или как? Ну давайте. Или что надо было делать? Для чего это? Дезинфицирующая салфетка. Короче, чтобы не заразиться, наверное, коронавирусом, мне отправитель положил вот эту салфетку. И мы, конечно, руки свои продезинфицируем. Или может, друзья, или может надо было после? Так, что-то я не понял. А, нет, он, наверное, положил, чтобы я не заразился от него. Он же не может заразиться от меня. Короче, друзья, ничего не понял. Пишите в комментариях. Или, возможно, еще такой вариант, что он положил, чтобы вот это все обработать нужно было потом, чтобы я уже не заразился от всего вот этого, то, что ко мне пришло. В общем, не буду тянуть время. Так, давайте же коробку я сейчас отодвину сюда вот. Потому что всем не терпится посмотреть, что там такое. Так, сейчас минутку, ножницы возьму. Эх, вот, короче, ножницы взял. Так, так, так. И вот. Так, что, рвать? Порвемся. Упаковщики, я ненавижу эти вскрытия, как вскрываешь какого-то мертвого зомби. Виден корпус какой-то штуки. Блин, сколько можно упаковывать, а? Сейчас я все это выкину. Так, друзья, а это у нас Super Nintendo Entertainment System. Вот такая консоль. Кто-нибудь, наверное, слышал про нее. А может быть, и мало кто вообще знает про такую штуку. Я уже недавно выпускал ролик, на котором вам показывал съемку с видеокассеты оцифрованную, как я играл в игру Killer Instinct. Так, консоль отложим. Дальше что у нас там? Это, наверное, контроллер. Или геймпад. Или же джойстик. Но джойстики, на самом деле, кто знает, джойстик это на игровых автоматах такие были. Там вот такая штука, рычаг такой, чтобы управлять. Вот это джойстик. Или там вот такая маленькая штукенция, короче. Так, это у нас контроллер Nintendo Super Famicom. Ага. То есть это не к Super Nintendo, это Nintendo Super Famicom. То есть оригинальный контроллер, но он не для этой консоли. Вернее, он будет работать для японского рынка. Он был сделан,
потому что у него, я сразу вижу, там короткий провод. Так. Да блин, как же неудобно, надо было сразу вам все показать, скрыть заранее. Сейчас я разозлился. Так, а вот это уже оригинальный контроллер, европейский. Вот Super Nintendo, так же как и написано у нас на консоли. И знаете, в чем разница? Вот, то есть это для Европы выпускалось. И сейчас вот я вам просто покажу. Вот оригинальный японский Nintendo Super Famicom. И такой же для Европы. Выпускала все Япония. И смотрите, разница в проводах. Так вот мы взяли и тянем. Сейчас я тут вот. Погодите. Вот, короче. Потянули. Так, вот заканчивается японский. И смотрите, дальше пошло. Короче, в раза, наверное, еще два. Два с половиной. Длиннее провод. Вот такие вот для Европы выпускали контроллеры. Вот еще один в упаковке, судя по проводу. Тоже, потому что провода очень много. Не знаю, будет ли интересен этот обзор моим подписчикам. Но думаю, что кто-нибудь другой посмотрит еще. Тот, кто не подписан. Какой-нибудь ретро-геймер. И тоже подпишется, и у меня аудитория увеличится. Вот второй контроллер с очень-очень длинным проводом. Так, ну это что у нас? Ага, это АВ-кабель. Ладно, его я не буду показывать. Что еще у нас там есть? Так, ага, понял. Здесь у нас картриджи. Картриджи, давайте достанем кого-нибудь. Что-нибудь, вернее. А то я говорю кого-нибудь. Ага. Джон Мэдден футбол. Вот я даже уже вижу, что это картридж оригинальный. Я уже разбираюсь. Вот тут должна быть надпись. Тут гравировочка. Наклейки ровно всегда должны быть приклеены. Вот такие с винты. Вот. Всегда на оригинальных картриджах очень качественно приклеена ровно наклейка. И вот такой вот значок Nintendo. Ровный, круглый. Made in Japan. И тут, собственно... Ладно, погнали дальше. Просто, может, кому-то это будет интересно. Так, а вот это уже, смотрите, даже по наклейке вот. Видно, что... Да, вот ничего нет здесь. Наклейки тоже нет, тем более гравировка уж вообще тут нету. Тем более не может быть. Еще один картридж. Ну, тут вообще, ребята... Даже вон, винтов нет. Это вообще. Короче, один у нас оригинальный. А, погодите, еще что-то там есть. Да, забыл, ребята. Это же у меня вообще... Сейчас я вам расскажу эту историю. За сколько я купил вот эту консоль. Не поверите. Вот два оригинальных европейских, плюс японский оригинальный. Затем три картриджа, один оригинальный. Вы видели этот какой-то там футбол. И вот смотрите, еще что. Это вообще нечто. Сам Killer Instinct, ребята. Оригинальный Killer Instinct. Вот, тоже заметьте, гравировочка. Ну, вернее, это вот 0-0 какой-то вот здесь. Отражает у меня свет. Короче, друзья, вот это все дело. Я сейчас скажу, вы просто упадете. Ну, вернее, кто-нибудь, кто вот покупал подобные вещи. За 3000. За 3000. 500 рублей мне обошлась доставка. Купил я у одной девушки. Она просто выложила, написала, что от мужа. Так, далее погнали. 3500 мне вышло это все. Далее погнали. Что-то у нас еще тут лежит. Какие-то контроллеры.
А, вот, ребята, китайские контроллеры. На AliExpress продаются. Даже кнопки вот. Кнопки неплохо нажимаются, но... Почему-то эти округленные, эти какие-то впалые. Смотрите, ничего не написано. Так, провод длинный очень, кстати. Китайцы не пожалели. Так, вот второй. Второй. Короче, судя по проводу... А, погодите, погодите. Давайте-ка вот оригинальный провод. Я просто на пол бросил геймпад, а то мне они... Вот, так, так, так. Кто видит, провод намного тоньше. Ну, наверное, наполовину примерно. Китайские джойстики, так говорится. Так, а здесь блок питания. А он у нас китайский, не оригинал. Так, блин, коробка здесь все, всю хрень собрала. В общем, друзья, думаю, что если кому-то такие ролики будут интересны, просто я много чего сейчас назаказывал, и подобные обзоры вот всяких консолей, ретро и прочее, всякие удочки мне будут приходить, там вибропаки, всякие LCD, там, не знаю, короче, электроника всякая будет приходить. Кому интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал, кто не подписался. В общем, всем пока. Вот такая штука за 3500 рублей.